песку. Эй, босс, ты надолго? А то мне нужна помощь. В грузовик песку набилось. Я могу помочь. Да? В чем подвох? Его нет. С тобой подвох есть всегда. А потом обижаешься без повода. Может, хватит делать вид, что ты знаешь меня? И притворяться, что тебе не все равно. Ох, Чаночка, я знаю. Когда ты была маленькая, я вел себя по-скотски. Я и есть скотина. Но я не притворяюсь. Ну, хорошо, хоть признаешь. Так помочь тебе? Давай. Так, в общем, надо... Я знаю. Мотор не засорился, слить масло, вытряхнуть мусор. О, я сейчас заплачу. Это что за херати? О, Гратуик! Опа, это еще что за хрень? Я бы на нас напали. Какого хрена? Якуб, костер был засадой. Они хотели меня выманить. Прием! Якуб! Что за хрень? Берегись! Август? Акст ни при чем. Акст, прятать. Друзей взяли. Взяли? Да. Забрали? Да. Живыми? Да. Они... их съесть. Акст отведет. Скорее. Август, стой! Возьми. Нет, нельзя. Никак они.
Останься здесь. Я их найду. Они точно еще живы? Да. Но спешить. Так эти гады с пушками тебе встречались? Кто они? Они. Огонь. Злость. Кровь. Не знаю, кто они, но это явно не их деревня. Они такое не способны построить. Акст. Дом. Раньше. Что? Это твой дом? И они его разрушили? Прогнали вас? Да. Нет. Я не понимаю, что стало с твоим народом? Все гибнуть. Thank you.
Какого хрена? Эй! У них Чанна. Где костры? Пошло все. Ты во что-то влипнешь, а? Чана! Уводи остальных! Живо! Танцуем, ублюдок. Якуб. Нельзя стоять на месте. Проходит. Мы добрались до конвоя. Ждем тебя. Думала, старый таракан все переживет. Мама говорила, он последний первопроходец на Енохе. А когда Земля погибала, он даже смог сбежать с каравеллы. Якуб. Ну почему? За что? Что было в нем особенного? Я думала, что ему все насрать. Это было... его защитой. Но... Походу, на что-то ему было все-таки не насрать. Так-так. Представляешь, у твоего старика... кресло-то вышло весьма удобным. Дальше будет только хуже. Если кто-то хочет вернуться, пусть уходит. Но у меня задание. Я узнаю тайну сигнала. Тебе нужен водитель.
Это что? Интересно. За Хеди тут что-то высечено. Похоже на какие-то иероглифы. Может, язык Августа? Невероятно. Что-нибудь понимаешь? Я в этом ничего не смыслю. Но может, поблизости есть еще послание? Если расшифруем их, может, узнаем что-нибудь из их истории? Да, посмотрю. Захеди.
Тут что-то опасное надвигается с неба. А, аномалия, наверное. Много людей погибло. И они в пещерах, что ли? Но как тогда они умудрились не только выжить, но и построить поселение? Кто б знал. Потрясающая находка. Ищи дальше. Все, эта штуковина больше не отзывается. Может, она не единственная в деревне? Попробуй пробудить другие такие же видения. Узнаем, что... Я нашла еще один артефакт. Кажется, это опять аномалия, но как будто они ее обуздали, нашли защиту от нее. Как? Может, обелиски? Как тот в лесу? Но здесь они действуют сообща, кажется.
Видимо, это было тяжело. Может, поэтому Августа покинули силы после попытки защитить нас от бури? Поищи еще иероглифы. Захеди, я тут забралась в какую-то древнюю усыпальницу. Но мне совсем даже не страшно. А, ну да, не волнуйся. Я уверен, древних полтергейстов и чудищ-людоедов там почти наверняка нет. Ага, я и не волновалась пока.
Здесь еще иероглифы. Опиши их. Тут как будто изображена эпоха, когда бурь не было, когда паксы процветали. На Енохе царила гармония. То есть они смогли остановить аномалию? Или это было еще до нее? В любом случае, их усилий хватило только на время, и она их уничтожила. И уничтожит нас, если не справимся. И некому будет прочитать нашу летопись. Все. Играть в археолога. Вернемся к борьбе за выживание. Я просто хотела быть сильной. Знаешь, это как кошмар. Да брось. Ты ведь жива. И какой в этом смысл? Понятия не имею. Ну, это важно. Видение Чаны, в нем ты. Я смотрю, ты уже веришь в этот бред, да? Неважно, верю ли я. Хочешь, не хочешь, пойдешь вперед. И это будет твоя заслуга. Что это там? Наши грузовики. Но все наши экспедиции исчезли в лесу. Как это может быть? Если они шли из леса, то сбились с пути. Нет. Приглядитесь. Это не наше. Вражеское? Боже. Это топливный аккумулятор? Я никогда не видел такой продвинутой техники. Кто они такие? Кем бы они ни были, они мертвы. Здесь была просто бойня. Надо валить. Чана, нужно найти укрытие у той скалы. У меня смутное ощущение, что бури нас преследуют. Да, что-то странное. Схожу-ка я на разведку. Непонятно, где мятежники раздобыли термоядерные двигатели? Это не мятежники. У них даже в этой пустыне работала электроника. А значит,
Это было давно. Так, кто они такие? Может, они с Флорес? Как мы? Может, колонисты в другой части планеты? То есть снарядили отдельную экспедицию втайне от нас. Безумное объяснение. А ты можешь придумать другое? Ну, сейчас? Нет. Что говорит Август? Август что-то молчаливее обычного. Раньше в глазах Августа светилось любопытство, а теперь я вижу страх. Страх перед чем? Думал, нам не выбраться из этой бури. Это не буря. Эй! Там кто-то есть! Да это же урод, который убил Якуба! Ах ты, тварь! Умеешь бесить людей! Этот выродок все не уймется! Как и я. В следующий раз точно его прикончу. Сюда. Я кое-что нашел. Какой-то аванпост. Человеческий? Видишь там антенну? Она поможет нам с сигналом. Да, тут поработали дикари. Я осмотрела транспорт. Мощный у них был арсенал. Этим людям он не помог. Ага. Но может помочь нам. Ты это о чем? Ну, может, большая часть техники и пострадала. Но если ты соберешь обломки, я состряпаю из них что-нибудь угрожающее. Ты правда сможешь? Ну, Якуб чему-то меня научил. Он может тобой гордиться. Я поищу их. Многие не смогли выбраться из машин. Захиди, тебе очень нужна эта антенна? Ну, честно, с тех пор, как мы в пустыне, я не могу толком определить направление. Мы идем практически по наитию. Но будь у меня оборудование... Сообщу, когда расскажу. Thank you.
Это военный аванпост. Но символ мне не знаком. Ну, по крайней мере, теперь понятно, где те дикари раз... Я вообще не прочь поразмяться. Thank you.
Эй, тут куча записей. Правда? Записи тех людей? Что в них? Похоже на то, что они столкнулись с теми же существами, что и мы. Они называли их дикарями. Форт служил им базой, откуда рассылали отряды, пытаясь выследить этих дикарей. Но в конце концов, эти существа нашли их сами. Видимо, никто не выжил. Часто. Захеди. Чана просила поискать что-нибудь из техники. Они наверняка пригодится. Слушай, скажи мне, ты знаешь Якуба еще из земли? Он что, всегда был таким обиженным на весь мир говнюком? Да, он был самым большим говнюком из всех, кого я знаю. Да, я так и думала.
А еще он был моим самым преданным другом. Это нормально, да? Что я все еще злюсь на него, хоть и скучаю. Все мы не без греха. Я доверяла ему как себе, но понимала, что перевоспитывать его бесполезно. И что денег ему лучше не одалживать. Долги – это все, что мне досталось от него. Как раз то, что нужно Чане. Мне вот что интересно. Те очки, которые он с собой таскал. Настоящие? Какие? Дисплейные? Я была ребенком, а он хвастался, что с их помощью можно было столько всего сделать. Я думала, врет. Нет, они настоящие. Только от них и на земле-то почти не было толку. Этого хватит. Посмотрим, что Чана смастерит.